Здравствуйте, друзья! Хочу сегодня поделиться своими покупками в магазине Fix Price. Вот первая покупка. Вот такая минажница. Вот она, пластмассовая. Вот так она выглядит с этой стороны. Вот. Есть, конечно, на праздники, но это так, на каждый день. Для сухофруктов, для орешек, для конфеток, для выпечки какой-то, может быть, даже для соления. Так на каждый день пойдет, мне кажется. Вот купила очередной контейнер, очень вместительный, на мой взгляд, и очень приятный, прозрачный. Вот контейнер такой. Купила вот такую вот подставку под горячее из силикона. Вот она. Неплохая, очень приятная. А как я уже много раз говорила, силикон горячего не боится. Он боится только открытого огня. Вот. Купила вот такой кондиционер. Кондиционер «Мягкий уход для белья. Кашемировый уют». Он, кондиционер, может применяться как для хлопчатобумажных тканей, для синтетических, так же и для шерстяных, для всех. И делает их мягкими и с прекрасным ароматом, как тут написано. Тут его целый литр. Вот. Купила сегодня вот такой Organic Beauty. Маска для волос. Маска для волос, молочные протеины и какао. По-моему, замечательный состав. Вот он. Серия этих масок для волос с молочными протеинами от Organic Beauty создана для укрепления и улучшения структуры волос. Вот, пожалуйста. Тут пишется о том, что в какао очень много витаминов группы А, Е, В2. И что все это очень полезно для наших волос. Вот, пожалуйста. И объем очень приличный. Не маленькая там, 480 миллилитров. Почти пол-литра. Вот она. В прошлый раз я показывала крем из гималайских трав. Замечательный крем. Вот в этот раз я купила себе еще две баночки. Отличный, мне очень понравился. Так. И вот для меня это просто находка. Я так давно искала. Это пылесос для клавиатуры компьютера. Вот. Напряжение 5 вольт, мощность 2,5 ватт, сила тока 0,5 ампер, длина шнура 85 сантиметров. Читаем на обороте. В комплект входят две насадки, щетка и резиновая насадка для очистки клавиатуры. Работает от USB-порта, не требует дополнительных источников питания. Ну и тут написана инструкция, как им пользоваться. Вот сейчас покажу. Вот одна насадка резиновая, вот она. И вот вторая щеточка. Вот щеточкой, а вот эта вот резиновая, вот она. Так, давно искала, очень счастлива, что нашла. Вот купила такой набор. На мой взгляд, очень симпатичный. Это солонка, это емкость для соли и для перца. И внутри декоративные деревья. Но дело не только в том, что они украшают собой эту солонку и эту перечницу. Как тут написано, тут еще подставка для них есть. Как тут написано, они сделаны, вот эти деревья, из таких веществ, которые не дадут отсыревать ни перцу, ни соли. Вот они. Вот я показываю поближе.
Так написано на коробочке, что вот эти деревца, которые внутри, они не дают отсыревать продуктам, которые там будут храниться. Тут есть небольшие отверстия наверху. Вот их, наверное, видно. Вот. Вот такие вот. Такой набор приятный. Так. Купила себе очередную вот такую вот кисточку. Но она гораздо сейчас стала симпатичнее, чем была раньше. У меня есть несколько уже этих кисточек. Вот тут силиконовая ручка очень мощная. И вообще она вся какая-то очень крепкая. И тут еще вот как капельки силикона на концах. Вот я себе еще такую купила. В том же цвете, что все остальное я покупаю. Вот купила себе еще такой крем детский. Обожаю его всю жизнь. Детский крем. Смягчает и увлажняет кожу с экстрактом календулы и маслом персика. Гипоаллергенный. Для всего тела, для лица. Вот. Замечательно открывается вот так вот очень удобно. Ну и вот так хранится. Вот с удовольствием опять купила себе. Ну, кроме того, купила себе вот кое-что тут для Нового года. Новогодние, так сказать, предметы. Вот, смотрите. Вот такое украшение. Я потом в конце видео, когда закончу, покажу, как я это все соберу. Вот тут три вот таких листа серебряных. Вот они. Вот одна упаковка такая состоит из трех листьев, стоит 40 рублей. Вторая, ну там были еще золотые, красные и синие. Но я выбрала только вот серебряные. Вот, вот еще один вариант. Вот с такими вот листиками. И вот третий вариант. Вот он. Вот с такими листиками. Вот. Я потом покажу, как я его соберу. Купила на Новый год, ну, подарок и себе, вот такие свечи. Вот такой набор стоит 40 рублей. Вот. И еще два комплекта вот таких, возможно, на подарок. Вот. Второй комплект. Вот такие польские конфеты. Они были сделаны для Хэллоуина. Производство Польша. Вот в такой сеточке. Но это, конечно, не тот шоколад, к которому мы в России привыкли. У нас настоящий шоколад состоит из порошка какао, тертого какао, масла какао. А здесь только волокна какао, порошок какао обезжиренный. И вот лецитин. Соя там и все такое, но очень симпатичные они. Там всякие мордочки, черепа, пауки, вот. Мордочки, черепа, пауки от Хэллоуина остались. Вот я купила вот такие две штуки. Может быть, подарю кому-нибудь. Ну, это уже все, там салфетки, вот эти вот салфетки разные, гигиенические, вот... Ушные палочки, это все такое. И вот еще что я купила для того, чтобы украсить свою вазу. Вот такие вот камушки из стекла. Там были коричневые, они слегка перламутровые, переливаются. Вот синие. И вот такие вот бело-перламутровые. Были еще коричневые, но я их не взяла. Так что пока прощаться не буду, попробую сделать композицию и показать. Вот какая получилась композиция. Вот она. Сейчас я ее как следует покажу. Вот я стеклянные шарики туда оба пакета высыпала. И вот такая композиция получилась. По-моему, симпатичная. Не знаю, как вам понравится или нет, но мне она понравилась очень. Вот такая. Может быть, ее подальше можно поставить. Ну, в общем, вот она. Вот эти листья красивые. И вот на дне эти стекла. Стеклянные шарики. Сюда в USB-порт я ставила пылесос. Вот здесь вот у него сзади...
есть включатель. Вот так вот переключается. И вот начинаем чистить клавиатуру. Вот. Так. Вот я надела другую насадочку. Вот она. И сейчас покажу. Когда его включаешь, у него тут лампочка загорается. Вот. Лампочка горит на пылесосике. Вот начинаем работать. Вот так. Вы хотели выключить, вот сзади выключили. На этом все. Спасибо за внимание. Нелегко удалить вантуза. И тогда на помощь прихожу я. Тира-турбо. Мощный и быстрый. Опа. Чисто снаружи и внутри. Тира приходит за 40.